Еще в апреле этого года Владивосток принимал у себя впервые вечер профессионального бокса. Спортивное шоу «Pacific Fights» тогда свело на ринге выдающихся бойцов нашего города и боксеров западной части России. Боевой вечер решили повторить. В этот раз встреча будет носить международный характер. На профи-ринге сойдутся боксеры из России, Китая, Южной Кореи и Аргентины. Всего намечено 8 боев, в 7 из них выступят приморцы. Задача непростая, хозяевам придется в очередной раз показать себя с самой лучшей стороны. Ведь на прошлом вечере наши ребята никому не оставили шанса. Основная опора была на общую физическую подготовку. Ну и уже отрабатывали каждый свои коронки. Посмотрели соперников. Все знают, с кем будут боксировать, и готовились конкретно под соперника. А соперники у приморцев будут непростые. Например, в главном бою вечера владивостокскому бойцу Максиму Вашкову будет противостоять аргентинец Оскар Роберто Медина. Встреча в весовой категории до 72,5 килограммов пройдет в довольно выматывающем формате – 8 раундов по 3 минуты. Максим в апреле тоже выступал в главном бою вечера, где одержал безоговорочную победу, поэтому аргентинца не боится. Ему 36 лет, 27 боев и 14 поражений, 2 ничьи. Соперник достаточно опытный, будет интересно. У меня уже проведено 4 боя, и все не без поражений. Ну и хотелось бы тоже пройти этот бой без поражения. Настраиваюсь очень серьезно. Но будут и те, кто выйдет на профессиональный ринг впервые. По словам организаторов, для новичков такой вечер – это отличная возможность реализовать свой потенциал. Участникам шоу предстоит выступать при минимуме экипировки, без защитных шлемов и в специальных перчатках. Будет жестко, но спортсмены готовы. Любительский бокс, он более быстрый. Там всего 3 раунда. Тут уже 4, уже совсем другое. Другая совсем работа. Я знаю, что он с Китая. Боев я его не видел. Провел он 2 боя победил. Серьезно, соперник довольный. Международный боевой вечер пройдет 17 ноября. Торжественное открытие мероприятия в спорткомплексе «Олимпиец» намечено на 17:00. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, новости спорта на 8.